Всем салют! С вами Андрей Доцент, и это Five Nights at Freddy's, To Return to Freddy's, вторая часть, третья ночка. Мы продолжаем, нам никто не звонит. И 12 часов. 6 часов, всего каких-то 6 часов протянуть, и не сдохнуть бы на последних 5 минутах. Это будет нелегко, но мы попытаемся. Мы попытаемся, я не привык отступать. Кроме шестой ночи, разумеется. Для меня это неодолимое препятствие. Хотя, знаете ли, можно и попробовать. В конце концов, как говорится, попытка не пытка. Но давайте сначала мы доберемся до шестой ночи. Для начала давайте-ка просидим третью ночь. Так. Тишина. Никто не звонит. И я до сих пор не знаю, что это за кнопка, нахрена она тут. Что ж... А, слушайте. А может, когда вылетает, появляется здесь золотой медведь, может, мне надо быстренько вот это вот раз и нажимать, чтобы он исчез? Стойте. Может, он где-то здесь... Где-то здесь спрятан? Тихо. О-о-о, вот это вообще не есть хорошо. Вот это вообще не есть хорошо. Короче, вот эта вот киска будет роль балунбоя, скорее всего, отыгрывать. Как же от нее избавиться? Да я вообще не знаю, как тут от кого избавляться, если честно. Знаешь что? В кого-то можно посветить, в кого-то можно... От кого-то можно маску одеть, спрятаться. О! Чика. Классно. Классно. Уже язык заплетается. Вместо того, чтобы сказать классно, я говорю классно. Так. Пока тихо. Так. Тут все сидят. Все сидят. Да, а этот у нас тут. Ну и ладно. Не надо забывать, что энергия у нас кончается. Энергия кончается, но... Но очень-очень медленно. Очень и очень медленно, я вам скажу. Так. Не надо так. Не надо так. Скрипеть. Почему камера все время здесь как будто... Я не знаю. Мангл? Как это? Такие звуки издавал вроде. Помехи. Как радио. Кстати, интересно, а тут какой-нибудь аналог его есть? Тут у нас сплошные копии. Скажем, вот этот, наверное, как Фокси. И он еще непременно сыграет свою роль. Я в этом как бы не сомневаюсь. Так, завели энергию. 3 часа! 3 часа, половина есть! Осталось совсем чуть-чуть. Так. Так, 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 так. Так, а здесь что у нас? Что у нас здесь такое? Почему у нас комната такая... Шо нахер? Шел нахер! Так. Один исчез. Один исчез, и это хорошо. Отбили одну атаку. Коварная атака. Мы ее отбили. Так, теперь у нас медведь на подходе. А куда же пернатый ты делся? Или пернатые. Да не суть, важно. Так, 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 4 часа, 4 часа. Ну давайте, еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так. Все-таки мне кажется, вот эта вот кнопочка, это, скорее всего, позволит мне прогнать этого. Голден Фредди. Да открывайся ты, не клинь ты так. Потому что маска против него бессильна.
Вообще бессильно. О! Давай! Блять! Нихера! Нихера мне это не помогло. Обидно. Что же с ним делать, а? Вот что мне с ним делать? Как мне его отпугнуть-то? Как мне его избежать? Вроде все делаю правильно. Ну, не все правильно. Видимо, не все правильно, раз я дохну. Поэтому надо пробовать новую тактику, как-то пытаться... Я не знаю. По-другому подойти к этому делу, что ли? Потому что... Я уже который раз сдохну от него и ничего сделать не могу. Так, может, я все-таки что-то здесь упустил? Тут у нас ничего. Тут тоже. Хрень какая-то. Так, ну ладно. Давайте еще раз попробуем. Маска еще с этим токсиком. Неизвестно, до половины или нет. А то, может, вдруг из-за того, что я запустил в режиме совместимости, может, он на максимум будет работать. Хрен его знает. А может и нет. Все возможно. Ну, сейчас время у нас будет совсем долго идти. Хоть скажем так, по реальному времени каждая ночь длится в районе, по-моему, 7-9 минут, но создается впечатление, что вторая попытка всегда длиннее, чем первая. Так. Отлично. Правда, для чего мы это сделали, хрен его знает. Но тем не менее. Так, завели. Тут у нас... Тихо. Так. Чика пошла в атаку. Значит, медведь сейчас в атаку двинется. Так, никого. Подфартило. Пока никого. Так. Слушайте, а может я шахту не палил? Может он через шахту пробирается? Точно, наверное, он через шахту лезет. А я ее не палю никогда. Так. О-о-о-о! Господи. Шла нафиг. Так. Избавились. Ну, от одного избавились, как говорится. Так. Пока тут никого. И 2 часа ночи. Уже третий идет. Что же мне с вами делать-то? Против этого засранца золотого нет приема. Будем методом тыка пытаться выявить его слабые места. Но сомневаюсь, что получится. Так. Так. Никого. Так. Завели. Завели. Он сейчас в атаку перейдет. Черт. Так. Он сейчас, наверное, сюда движется, ко мне. Надо палить вход. Так. Надо палить вход, пока не поздно. Так. Никого.
Никого. Пока никого. А энергию-то я уже хорошо спустил. Подмечу. Раз даже тут не очень у меня ее. Так, ну... Этот мне не помог. Скажем так, планшет. Избавиться от золотого медведя. Ну, вот, пожалуйста. Ёшкин кот. Чё ж делать-то? Вылетает, зараза, да прям в экран. Сквозь маску. То есть против него маска бесполезна однозначно. Посмотреть в планшет тоже не вариант. Что у нас остается? А у нас остается какие-нибудь кнопки, не знаю, либо фонарем светить. Ну, фонарем светить на него, наверное, бесполезно. А может, вообще ничего не надо делать? Просто на него тупо светить и все. Фонариком. Может быть, пронесет. Давайте-ка попробуем, если он вылетит, посветить на него фонариком. То есть не одевать ни шлем, ой, не шлем, ни маску, ни в планшет залазить, а просто на него светить фонарем. Как на этих обычных. Главное только светить на него это как можно больше и дольше. Не может, тогда он уйдет. Хотя сомневаюсь, что он идет. Может, какие-нибудь еще есть кнопочки? Нет, нет, нет. Ничего нет. Ничего нету больше. Так, на эти ничего не жмется. На это тоже. Так, ну ладно. В шахте его не было. В шахте его не было. Здесь у нас... От этой кнопки вообще никакого толку. Или это может еще типа аналог какого-нибудь генератора, который надо заводить? Заводить, чтобы это... Господи. Чтобы опять кто-нибудь не проснулся. Например, этот Golden Freddy. Всякое может быть, в конце концов. Но давайте попробуем. Так, час ночи. Час ночи. И у него, я скажу, еще так хаотичная атака. Ничего не предвещает его атаку. Вообще. Так. Заводим. В шахту нет смысла смотреть. Вообще нет смысла, потому что там что-то еще никто у нас не вылазил ни разу. Поэтому пока мы ее палить как таковой особо не будем. А может, надо сюда смотреть? Слушать, а может, надо быстренько... залезть и посмотреть на какой-нибудь плакат. На плакат глянул, как в первой части, говорят, от него избавиться надо. Надо посмотреть в планшет, и не просто в планшет, а посмотреть в плакат в левую соседнюю комнату, и тогда он исчезнет. Где у нас плакаты? Тут плакаты, тут плакатов нет. Тут это Чика, тут медведь, еще плакат. Да тут несколько плакатов. Так, план меняется. Смотрим в плакат. В плакат, в камеру 02. Там все равно ничего нет. Там, наверное, и будет, скажем так, наше спасение. Ну, я на это надеюсь. Очень сильно надеюсь. Так, завели. Завели, завели. Надо все быстро делать, резче. Атака может быть в любой момент. Любой момент. Так. Энергию завели. Завели. Фу, никого нету. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Не надо так.
Ни хрена себе, он уже там. Заводи ее давай быстрей. Там нет плаката. Так. Там плаката нет. Так. А раз там нет плаката, то, наверное... А может, это он вызывает медведя? А что если так? Что если именно эта киска и вызывает этого Golden Freddy? Господи, тут столько гипотез, ё-моё. И никакого руководства. Но в этом-то вся и суть. Мол, постигай сам все прелести. Так, никого. Никого. Заводи. 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 Так. Тихо. Ох, сейчас опять появится. Быстренько. Так. Господи, 5 часов. 5 часов. Только бы не появился. Так. Заправились энергией. Шел нахер. Шел нахер отсюда. Так. Энергией. Энергии запаслись. Энергии запасаемся. Нет! Блять! Ну, зараза. Что же делать? Что же делать? Хрен его знает. Ладно, будем пытаться. Будем пробовать. Предлагайте, пишите комментарии, какие варианты есть. Как можно пройти этого чертового золотого медведя? Потому что, видите ли, он какой-то, я не знаю, просто непроходимый. Заранее говорю, маска не помогает. В планшет смотреть, ну, я не знаю, есть только в левую камеру, но я не успел. Просто не успел, это было неожиданно, извиняюсь, но я не успел. Ну и фонариком светить я в него, естественно, не пробовал. Но сам факт, маска против него не работает, это 100%. Тут даже можно не гадать. Ладненько, ну, думаю, мы здесь на этом закончим. Попробуем пройти эту третью ночь в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется. А также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Все, друзья. Всем пока.